Уже через несколько дней наступит календарное лето. Как его провести, многие начинают задумываться заранее. Кто-то будет работать на даче, кто-то поедет в другие города или страны, а кто-то теплые деньки будет проводить у моря. Чем же займутся брачане этим летом, узнаем сегодня. Ну, по идее, мы хотели с детьми съездить на Байкал. По силе возможности. А почему выбор на Байкал пал? Не знаю, у меня старшая дочь мечтает съездить именно на Байкал. Больше никуда. На море купаться, загорать. Все. Думаете, погода нам в этом году позволит? Не знаю, даже сами видите, какая сейчас погода. То холодно, то жарко. Но будем надеяться на лучшее. Да. Честно, никаких. Работа, работа и работа. Отдыхать не будете? К сожалению, нет. Не сложилось или просто не хотите? Не сложилось. А там дача, не знаю, море, даже наше братское? Уже нет. Ни в коем случае в Братское море. Ну, поехать в Вихоревку отдохнуть. А где там отдыхать в Вихоревке? Ну, с парнем, он там живет. В Вихоревке я поеду отдыхать на природу. Мы поедем по городу кататься. Ну и в кафешку хотим зайти, и все. На каникулы в лагерь поеду я, солнечный. Ну и на работу как-нибудь буду, в лесхоз пойду. Ого себе, какой молодец. Почему туда и почему вообще решил пойти работать? Ну, чтоб с пользой провести каникулы. Поеду куда-нибудь в отпуск на Байкал, например. Или еще как-нибудь попытаемся весело очень провести его. А еще как-нибудь это как? Ну, я не знаю, есть много способов там. Какие-то культурные мероприятия, посещение каких-нибудь музеев, выставок, в театр сходить. В огороде. И все? И все. А чем будете в огороде-то заниматься? Полоть. Что там еще? Прорезать там все на свете. Огород-то большой у вас? Большой, 15 соток. Работы на все лето хватит? Да. Работа и на природу, и посмотреть Сибирь, потому что мы с другого региона вообще, с Калининграда. Ничего себе, а по Сибири где хотите прокатиться? Вообще я хотела посмотреть Байкал. Очень красиво, воздух, все это необычно. Потому что у нас совсем другой климат. Вот, люди немножко другие. Отдых, рыбалка, так. А рыбачить вы куда ездите? Не знаю, тангу и тарму. И кого любите ловить? Не знаю. Желательно большую рыбу. Какую-нибудь щуку покрупнее? Да, конечно.